И немного о спорте. Масштабное мероприятие к 71-й годовщине Великой Победы организовали и дагестанские спортсмены. В Махачкале прошел республиканский турнир под дзюдо среди юношей, посвященный 9 мая. 150 спортсменов из дагестанской столицы Буйнакска, Хасавюрта, Кизилюрта и Тлератинского района. Они разыграли 12 комплектов наград. Перед началом соревнований юные спортсмены вышли на ковер со своеобразным маршем наследников Победы, неся в руках фотографии дедов и прадедов участников Великой Отечественной войны.